Готовятся к строительству первого этажа и наружных сетей. Возведение школы в 32-м микрорайоне идет в соответствии с графиком. Сейчас рабочие занимаются нулевым этажом, который практически полностью будет под землей, но уже летом приступят к основному монолиту. Напомним, первую сваю для образовательного учреждения на 900 человек забили в феврале этого года. Здание будет четырехэтажным, проект включает актовый зал, два спортивных, бассейн. Школа будет полностью отвечать требованиям безбарьерной среды. Для маломобильных ребят здесь установят подъемник на входной группе и три лифта. Стоимость объекта 940 миллионов рублей. Направят на него средства федерального, регионального и городского бюджетов. Строительство школы ведут в застроенном микрорайоне. С двух сторон от площадки расположены детские сады. У нас по периметру сделано сплошное ограждение. Ну, как бы тем самым мы обеспечили защиту контура нашего между детскими садами. Ну и в тихий час стараемся как бы работать малошумно. Строители просили жителей близлежащих домов с пониманием отнестись к работам, которые они ведут. Люди стали реже ставить машины в местах проезда тяжелой техники. Сейчас, в период отпусков, проблем у подрядчика компании «Стройинвестгрупп» не возникает. Плановая дата сдачи объекта – 20 ноября 2020 года. Однако закончить возведение образовательного учреждения сами строители хотят раньше, как минимум на 2 месяца. Для этого рабочие будут трудиться на объекте в 2 смены. После завершения строительства учебное заведение ждет приемка. Сесть за парты здесь школьники смогут, скорее всего, следующей зимой.